Вот она, да? Новая. Да. 2000 почти стоит. Так она бы нам 100 лет бы без надобности, а вот а пришлось, это необходимость. Михаил Карась говорит, плитку купил, потому что уже тошнит от овощей прошлогодних закаток. Раньше компания возила баллоны на замену, сейчас люди ищут голубое топливо сами. Сколько у вас баллонов? Что будете делать с ними? 4. Я не знаю, что с ними делать. Поехали с бабкой в город. Нам там объяснили так, у меня, говорит, таких баллонов полный склад, пустые. В какой город поехали? В городе Шойногорск. Ну, там заправка у них, это, газовый участок. Ответ у газовиков один. Заправят, нарушат закон. Из-за ужесточившихся правил им нужно полностью менять фонд баллонов и проходить освидетельствование. Газа не осталось во всем селе, возмущаются жители. А на конфорках даже полуфабрикат приготовишь не всегда. Дело-то в том, что у нас уже несколько лет, сколько мы живем, постоянно выключают свет. Какие-то все ремонты. Холодильники у нас бегут, поэтому электроплитами мы также не можем воспользоваться. Поставщики говорят, работать стало нереально. Своих денег на замену баллонов нет. И даже если потребитель купит новый баллон, менять его никто не будет. Возить взамен старье – это уголовная статья. К слову, в Абакане таких проблем нет. Контроль за баллоном поставщик заложил в тариф. В республике Хакасия сейчас на данный период ни одна организация, кроме Красноярского райгаза, не проводит освидетельствование баллонов, помимо этого замену фонда баллонов устаревших. У нас работают в республике Хакасия, да не только в республике Хакасия, организации, у которых только задача получить прибыль. Красноярцы уверены, продажей и экспертизой тары должно заниматься одно предприятие. Тогда и проблем не будет. К слову, та же беда в Черногорске. Там жители месяц заправляют новые баллоны на предприятии сами, но сельчанам мчаться с канистрой некуда. В администрации района рассказали, что пока временно можно сделать местным жителям. Первое, нужно пойти к главе сельсовета и там заплатить за новый баллон. А чиновники оформят заявку у компании и домой вам привезут уже новый полный баллон. Но поскольку обменный фонд старый, выходит, менять емкость не на что. И поэтому, когда газ у вас закончится, сельсовет соберет баллоны, увезет в Бею. Там компания-поставщик их заправит и вновь развезет по потребителям. Даяна Евельсон, Григорий Сараев, Нота Бена.